Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я хочу открыть снежный шар, который мне выпал. Я слил для этого 700 тысяч свободного опыта, но, честно говоря, 700 слил зря. Можно было ограничиться просто 50 и 650 оставить себе еще в копилке. Но жадность взяла свое. Жажда все-таки приятных ощущений и халявы. Она пленяет наш разум, ребят. Поэтому, ну, если вам выпал уже снежный шар, я уж, наверное, все-таки посоветую вам дальше свои нервы не щекотать и свободку не сливать. Потому что я получил снежный шар из первого же подарочка. Остальные 650к своей свободки я слил просто-таки в никуда. Получил там компенсацию золотом, не сильно большую, где-то в районе 1000-1000 с копейками. Кому интересно, вот ссылочка на видос, как я это делал. Но сейчас открываем снежный шарик, и я очень сильно надеюсь, что там будет машинка, которой у меня в коллекции нет. Ну что, начинаем потрясающие потрясуны. Ну давай, давай, трясись быстрее. Можно было бы, конечно, сократить все это, но не хочу. Хочу получить удовольствие. И да, ребята, объект 907, которого в моей коллекции нет, это десятка, средний танк. Не знаю, я безумно рад, мне крайне приятно. Все-таки 700 тысяч свободки окупились, не жалею абсолютно ни о чем. Бог с ним, что слил 650 зазря. Машинка все-таки того стоит. Согласитесь, ребят, если бы вам предложили за 700 тысяч свободного опыта приобрести себе машиночку 10 левела, пускай даже там самую-самую захолустную, я думаю, вы бы все равно согласились. Что касается данной машины, я эту машину никогда не катал, обязательно обкатаю и с вами поделюсь видеообзором на первые катки на данном аппарате. А на данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего вам, мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока!